Друзья, приветствую вас на моем канале. Сегодняшнее мое видео будет опять посвящено ремонту светодиодных лампочек. В одном из недавних видео я уже показывал, как ремонтирую светодиодные лампочки методом замены вышедших из строя светодиодов. Сегодняшний ремонт будет немного проще. В этом видео я буду менять целиком светодиодную панель. На AliExpress я заказал вот такие светодиодные панели. Они уже со встроенным драйвером, и для питания этой панели необходимо питание 220 вольт. У продавца имеются различные светодиодные панели на различные мощности и различные диаметры. Ремонт заключается в извлечении старой неисправной панели, извлечении драйвера отдельного и подключении новой светодиодной панели со встроенным драйвером. Перехожу к монтажу новой светодиодной панели. Полярность в данном случае особого значения не имеет, но рекомендуется подключать центральную часть от цоколя к контакту, обозначенному L, а провод, идущий от ободка цоколя, к контакту, обозначенному N. Светодиодная панель припаяна. Можно приступить к ее тестированию. От очень яркого света камера начинает мерцать. Заслоняю свет, чтобы камера справлялась. Ну, еще одеваем рассеиватель. Лампочка починена. Вот и все, что я хотел рассказать о таком способе ремонта светодиодных лампочек. Всем, кому понравилось видео, ставьте лайки. Кто хочет что-то спросить или дополнить, пишите комментарии. В описании оставлю ссылочку на такие светодиодные панели. Всем пока, с вами был Константин.